Ну а теперь, друзья, все, внимание на паркет. Повторный матч между Сибиряком и Синарой. 3-6 было вчера, посмотрим, как то будет сегодня. Повторюсь, мое мнение, Сибиряк вчера выглядел неплохо, выдав, с моей точки зрения, один из лучших матчей в сезоне. Но не пошла игра во втором тайме, особенно в формате 4-5. Ну и, конечно, нельзя не отметить действия игроков Синары. Фирсов его сразу встречает. Абрамов, момент! Сергей Абрамов! 1-0. Игра в отборе. Смотрим повтор. Обокрал он Фирсова и разобрался с Юдиным. Удар в штангу попадает. А мы смотрим момент с ударом. Так, ну и падает Фахрутдинов. Давайте повтор посмотрим. Заброс Юдина. Не понял вообще. На воротах Сибиряка Дмитрий Юдин, который вполне может потащить десятку от такого призванного мастера. Итак, Дмитрий Юдин! Его так просто не обыграешь, хотя Ситников! Ситников! И это 6-й фол! И желтая карточка. Почему-то передумал Виталий Бужор давать карточку. Сейчас должен будет вернуть должок Синари с 10-метровой отметки. Итак, Фирсов против Владислава Швецова! Сергей Фирсов! Изящно исполнил 10-метровые. Еще раз смакуем этот эпизод. Попов. Лайфиков. Доходит мяч до Севцова! Виталий Лайпиков! Сотворили гол красавец ворота Синары. Смотрите. Пятка Севцов. Ну вот такие моменты и решают исходы отдельных эпизодов, а возможно даже и матчей. Из-под Абрамова. Как еще отдать передачу из-под Абрамова? Правильно. Пяткой. Смотрим. Браво. И Абрамов против Севцова. Абрамов обыгрывает Севцова. Сергей Абрамов. 2-2. Ушел от всех. Чуть ли не от всей четверки Сибиряка. Но вот как мы видим, при всех прочих равных Синара держится в игре. Синара фаворит. Ого! Ситников! Фомин! И Евгений Фомин! Первого круга команд в Екатеринбурге. Ну а здесь реализовал передачу Ситникова. Итак, Абрамов! И попадает в перекладину! Герасимов и не забивает Иванов! Сибтранзит уступил со счетом 1-5 столичной команде КПРФ. А тем временем Фахрутдинов забивает. Смотрим повтор. Будет заброс вперед от Юдина. Слишком сильно. В руки Герасимову. Быстрая атака. Ну и сейчас гол! Мяч влетает в ворота Синары! Обсуждают этот эпизод. Итак, сейчас вердикт. Мяч на центр! Ну, давайте посмотрим, что произошло. Так, ну вот Герасимов ловит мяч. Так, здесь перехватывают. Конечно же, Фирсов. Но Фирсов может стать главным героем. Ничего на просмотре арбитры криминального не увидят. Здесь Волошин поборолся с Вахрутдиновым. Юдин сохраняет мяч в игре. Бьет по пустым воротам. И звучит финальный свисток. 4-3. Счастье в Новосибирске. Победа Сибиряка в повторном матче.
против Синары. Отлично мы с вами футзал сегодня, друзья, наблюдали. Меня зовут Артем Роговский.